потому что Перу вот здесь мяч контролирует, и вот сейчас неплохо сыграли на третьего, и дошли до чужой штрафной, будет удар, будет момент, рука, рука, пенальти. Опа! Пенальти! А было... Молодец, молодец, чилийский арбитр. Нам вот всю, знаешь, скажем, покадровую это расстановку похоже, вот показали. Нет, назначает пенальти, назначает. Да это больше похоже на терминал, банкомат. Пенальти. Пенальти. Все пять. Герреро. Герреро. Удар 1-1. 1-1. Перу забивает. Мало.